Всем добрый день. Ну, наше хозяйство небольшое, 2600 гектаров земли, и уже в этом году будет 20 лет этому хозяйству. Значит, по поводу точного земледелия. Сначала мы в 2007 еще году, у нас были уже тракторы, работали на автопилоте. У нас была станция РТК, которую переносили там с поля на поле, одночастотная. Вот. Но я хочу не об этом рассказать, о том, что в прошлом году мы стали применять программу, то есть мы стали цифровать свое производство. Программа это Кропио. Сейчас очень много на рынке всяких разных программ. Можно и Кропио, можно и другую какую-нибудь. Дело не в этом. Сначала у нас были трекеры, просто автограф. Ну и следили тоже и расход из топлива, там сначала поставили на автотехнику, на КАМАЗы, а потом на энергонасыщенные тракторы, там где был коншина, там подключались КАМУ, где не было, там подключались, достали датчики уровня топлива. Вот. Ну уже когда захотелось больше информации, уже больше ее аккумулировать, эту информацию, и уже наблюдать детально, куда уходит топливо, на какое поле. Но я тут забыл сказать, что у нас поля оцифрованы еще с 2013 года. Кстати, вот Алексей Тиняков будет выступать, и их компания нам сделала эту услугу. И мы тоже проводим агрохимобследование. Если мы раньше делали через 3 года, вернее 5 лет, ну как обычно, да, там, то сейчас мы делаем это через 3 года. То есть в 2018 году был предпоследний, и в 2020 году, вот в прошлом году мы сделали полный анализ почвы на нашей площади. Значит, что нам дает Кропио? Ну, это больше для аналитики, наверное, потому что в эту программу мы аккумулировали метеостанцию, которая стоит у нас на базе. Мы загрузили все данные по рахимобследованию всех полей. Мы можем этой программой даже дифференцированно вносить удобрения, то есть составлять карту дифференцированного внесения удобрений. Вот. Ну, к сожалению, пока мы до этого не дошли, хотя по уровню содержания подвижного фосфора у нас примерно поля одинаковые, как бы я смысла большого не вижу, там нет такого большого перепада, там где средний или, допустим, очень высокий показатель, примерно на одном уровне. Ну, скажу так, что примерно среднее повышенное содержание, там 40, 45 до 50, да. Вот, что еще? Значит, был такой случай у нас, мы часто проводим опыты, то есть некоторые компании предлагают там проверить микроэлементы, микроудобрения. Ну, и так как закладывали опыты, там площадь, допустим, 50 гектаров, да, у нас средняя поля примерно 100 гектаров, 70, 80, ну, в этих пределах, там, самое большое 140, там. Вот, и взяли мы, отработали половину поля, допустим, по зимому рапсу, двумя микроэлементами. Ну, и прошло время уборки, начали убирать, и эта половина, где мы отработали, получилась у нас по урожайности выше, чем там, и не отрабатывали. И мы подумали, что это сработал этот препарат, эти микроудобрения. А потом, когда стали разбираться, мы взяли, а там же еще в этой программе есть спутниковые снимки, так можно тоже достать и посмотреть в какое-то определенное время, то есть тот срок, который вам необходим. Начали смотреть, и по спутнику, по снимку NDVI, это была половина изначально уже лучше, чем так, где не было обработки. То есть мы когда начали работать, мы не обратили на это внимания. А когда убрали, та разница там 5 центнеров на рапсе, у нас более такая существенная. Но это не от того, что там сработал микроэлемент, а от того, что там были условия получше. А перед этим были морозы. И вот та половина, которая она больше сохранилась в лучшем состоянии. Вот. Также с этой программой можно делать мониторинг поля, то есть можно, допустим, просто выйти в поле, посмотреть там какой-то участок, который поражен там или болезнями, или вредителями, то есть может это сфотографировать, сделать осмотр, это все будет оставаться уже в истории этого поля. Вот. Ну и естественно, что сама история поля сохраняется, севооборот, какая культура,
какой урожай. И еще можно, допустим, есть такая функция, как прогноз урожайности. Мы в этом году как бы первый раз пользовались, и я скажу, процент небольшой погрешности, до 5%. То есть, если, допустим, 55 центнеров, то может показать 52 центнера пшеницы, как было в этом году. Ну, такие вот небольшие погрешности. 3-4 центнера – это небольшая погрешность. Также можно смотреть контроль техники, мониторинг техники. У нас в этом году, в 2020 году мы заложили опыт, так как у нас посевная, наверное, была сложная, не только у нас по связи с дефицитом осадков. Часть полей у нас зиму вошли в самом начальном развитии, там 1-2 листика. И мы решили впервые заложить опыт, нести КАЗ-32 уже в такой зимний период. Ну, такой сделать весеннюю подкормку уже зимой. Такого никогда не делали, но так вот решили сделать. И вот с ребятами с Агрософта, кстати, вернее, уже сначала мы решение приняли, значит, заложили, сделали схему по каждому полю внесения, там, по 200 килограмм КАСа, 150, в зависимости от состояния поля. И такая пришла мысль сделать почвенный анализ именно перед внесением. То есть мы хотели узнать, куда движется азот с количеством осадков, которые должны выпасть в последующие месяцы. И перед самым мероприятием мы созвонились, приехали утром ребята, мы сидя в компьютере, никуда не бегая там по полю, там с этим сажнем там вымерять расстояние, мы пососели, посчитали трека самоходного опрыскивателя, который он рисует, расстояние, забили точку координат и тут же отправили ихнему сотруднику. Павел дал ему задание, по этим точкам координатов они приехали, в поле сделали почвенный отбор и уехали. Все совпало. На одной половине, где были шахты, три шахты по всему полю прошел опрыскиватель, а три шахты, которые были уже за опрыскивателем. То есть, не выходя из даже кабинета, можно делать такие операции. Вот. Также в этой программе есть, а мы же повторяем, что загружаются все данные по рахневым исследованиям. Что еще? Все треки, которые были там год-два, ну, данные все сохраняются в облаке, можно поднять, посмотреть, как проходила работа той или иной техники, какие ошибки были, какая скорость была, это все тоже фиксируется. Мы поставили трекеры на все техники, и комбайны, и маленькие тракторы, и большие, то есть все полностью цифровизировано. Плюс еще к этому мы сейчас готовим, заказали емкость цистерну АЗС, и это тоже будет цифровизировано. Там то, что мы сейчас используем, емкость, она идет через колонку, в колонке стоит данные о заправке. Все идет в эту программу, все фиксируется. Вот. Ну, в принципе, мне 10 минут, конечно, я не рассказал, но я хотел показать слайды, но, к сожалению, не получилось открыть технически, как, наверное, более было интересно. Ну, готов выслушать ваши вопросы. Спасибо за внимание. Владимир Станиславович, можете сказать об окупаемости оборудования? Вот какие сроки, насколько это быстро, насколько это инвестиции долгие или короткие? Смотрите, как, если брать, мы этот шаг сделали, вот цифровизация, не за один год. Мы сначала подготовили технику, часть техники. Вы знаете, как, когда полностью недоделано, лучше сделать до конца и потом уже работать. По поводу окупаемости, ну, здесь больше информации ты получаешь, чем окупается то, что ты вложил. Когда ты владеешь информацией, ты это все видишь, тебе становится легче работать, делать анализ. Ну, если, допустим, программа стоит там, ну, больше 100 рублей, я не знаю, какие сейчас цены, там, может быть, где-то дороже, где-то дешевле, 100 рублей 1 гектар. Эта стоимость идет каждый год, ну, как подписка. Вот. Ну, я думаю, не такие это большие деньги в нынешнее время. Сейчас техника стоит гораздо больше. И она не вся нужна, в принципе, ну, как в полной мере используется.
А это больше, ну, единственное, конечно, что в будущем путь – это применение программы там уже с бухгалтерией. То есть как бы туда уже привязываться к 1С, и эти данные уже должны переходить в бухгалтерию. То есть это упрощение будет получаться учета. Ну, я, допустим, могу вот сейчас взять, выгрузить все данные по каждому полю, даже сегодня завершен, я могу узнать, сколько сожжено топлива на этом поле, сколько топлива сожжено, допустим, на перегонах, оно будет фиксировать разные данные, потому что каждое поле, это считается одна геозона, то есть попадаешь в эту геозону, и уже программа считает расход топлива в этом поле. Если он только выезжает с этой геозоны, с поля, идет уже расход дороги. То есть мы уже можем детально узнать, какое количество топлива сожжено на обработке той или иной, допустим, проведения той или иной операции. Ну и используете эту информацию? Ну, в плане рентабельности, правильно, затрат на 1 гектар, да. Но я же говорю, мы пока, у нас первый год пилотный получился, вот мы подключились в конце февраля, вот, ровно год назад. Сейчас мы уже будем более основательно этим заниматься. Там же, понимаете, не только, там же идут снимки, мы можем смотреть по снимкам NDVI, потом учет, большой учет для инженера, помощь. Можно смотреть, допустим, техника, трактор цепляет орудие, и это орудие фиксируется с этим трактором. Мы можем знать, сколько, какая наработка каждого агрегата, допустим, за сезон, за два сезона. Точно так же и по технике, там можно ставить галочку, допустим, вот пробежал километраж, там 10 тысяч километров, можно, ну, автомобиль КАМАЗ, допустим, и чтобы облегчает работу инженера. То есть не надо там, допустим, бегать за ним, там, когда менять масло, допустим, все данные, может приходить смс-ка, сообщать о том, что уже пора делать ТО там, на тракторе, допустим, или на автомобиле. Ясно. Скажите, в зале есть вопросы к Владимиру? Пожалуйста, представьтесь, если можно. Владимир, добрый день. Екатерина Чередниченко, руководитель коммерческого отдела компании «Агросигнал». У меня вопрос. Как вы думаете, куда таким системам, как Кропио, аналогичным цифровым... аналогичным цифровым системам дальше развиваться? Вот прогнозирование урожайности – новая тенденция. А как вы думаете, чего еще не хватает таким сервисам и куда они пойдут? Вы знаете, я эту программу изучал, допустим, с нуля, вот с сегодняшнего дня. Я до сих пор до конца ее не изучил, если честно. Чтобы сказать о будущем, мне еще тяжело. Но я думаю, что это должна быть уже такая программа, стоять в каждом хозяйстве, находиться, вернее, пользоваться уже каждое хозяйство. И... Ну, скорее всего, придет в будущем, что это будет больше контроль земельных участков. То есть, потому что цифровизация не только услуг, допустим, но и полей. То есть все поля будут в цифре, все земельные участки. И больше государство будет мониторить, лучше будет мониторить эти все. Это будет, я думаю, что в будущем это будет везде, у каждого. Поняла. А для вас, как для предприятия, какие были бы важны, может быть, новые точки контроля, более прозрачная информация, что-то в онлайне еще, кроме техники, например? Ну, пока нет, то, что есть, мне пока все устраивает. Спасибо. Скажите, а насколько... Сейчас я вам дам слово тоже. Скажите, насколько точный сигнал идет? Вот у вас был платный сигнал или вы сразу РТК установили? Давайте я сейчас немножко вернусь к этому вопросу первому, потому что, смотрите, есть момент, когда снимки спутника, да, и не всегда, допустим, ты можешь узнать, посмотреть, допустим, вот ты сегодня захотел посмотреть состояние полей именно вот сегодня, а погодные условия не дают этого. Облачность. Да, облачность. И ты уже потом, когда информация тебе доходит, она доходит там через несколько дней, когда уже более благоприятные условия. Вот в этом есть минус, который самый главный минус. То есть в режиме онлайн ты уже не сделаешь там какой-то там, решишь эту проблему. То есть надо будет немножко нужен, немножко опоздал. Но для аналитики это будет все равно, это будет материал собираться. По поводу платных сигналов, которые бесплатны в нашем хозяйстве, у нас есть и платные, и бесплатные. Так как у нас, ну я скажу историю, мы сначала, как говорится, сначала выбираешь технологию, потом покупаешь технику. Да? Нельзя иметь технику, а потом
ее применять к какой-то технологии. Надо все быть наоборот должно быть. Но у нас получилось немножко неправильно, потому что мы купили сначала сеялку, которая должна быть сеять в нормальных условиях. А эта сеялка нулевая, аргентинская. И нам пришлось попробовать посеять по кукурузе, то есть прямой посев сделать. Это было в 2007 году. Я сейчас был на конференции вот в Ростове. С 2008 года все начинали наутил примерно вот с нулевых годов, 2008-2009. А уже с 2015-2016 уже все перешли. Вот мы примерно тоже пошли по этому пути с этих нулевых годов. И, как говорится, там только должна быть передняя передача, первая, вторая, задняя не должна. У нас нашла задняя, мы на прямом посеве пшеницы остановились. На других уже весеннего не было у нас прямого сева. Так вот, когда мы применили прямой посев осенью этой сеялкой, нам пришлось купить навигацию на трактор, на New Holland. Это обычный Outback, там S2, кажется, называется, там, который цепляется на монитор присоской, и который можно было докомплектовать этот трактор уже гидронавигацией, то есть автопилотированием гидравлика. Да. Купили мы базовую станцию одночастотную и работали. То есть на поле выехали, поставили, там не было следа маркера видно, и работали. Но это была базовая станция. Потом купили уже двухчастотную, поставили себя на базе. Если бы была флешка, я показал бы. У нас контур полей приходится примерно в одной зоне, то есть удаленность 3,5 километра вокруг базы нашей. То есть было удобно, сигнал поступал в каждую точку. Были проблемы, когда весной, когда у нас лесополосы очень густые, иногда сигнал там пропадал. Это были такие. Есть некоторые поля, которые даже вроде бы оптимальные условия, там осенью листвы нету, и все равно пропадает сигнал. Вот. Но мы использовали пока сигнал RTK. Но потом, когда покупали новую технику, допустим, купили класс, там уже стояла навигация. Мы уже использовали же платный сигнал, там платили, я же не помню сколько, месяц. Ну, там мы платили тот период, который нам нужен был, допустим, для посева, там, для обработки, там, для основной обработки. Там квартал, кажется, там, или месяца. То есть мы используем и платный, и свой сигнал РТК. Сейчас мы, вот, допустим, тоже докупаем уже другое оборудование, потому что Outback на рынке нету в России, никто не поддерживает сервис. Мы покупаем Trimble, ну уже там идет раскодировка, там платим деньги и уже подключаемся к этой же базовой станции Outback, там А321, кажется. Ясно. То есть я думаю, что все можно, то есть нет такого, что допустим это лучше, это хуже. Если есть мобильная хорошая связь, покрытие там GSM, то можно в принципе использовать и платный. Не везде RTK, допустим, более доступны. Надо ставить там, если допустим удаленные поля, там надо ставить каскад этих базовых станций. А если есть хорошая, допустим, связь телефонная, то можно через сим-карту будет поддерживать. Ясно. Пожалуйста, вопрос, только представьтесь. Здравствуйте. Ирина Головатая, компания «Агроконсультант». Я бы хотела вернуться к цифровизации. Когда задавали вам прошлый вопрос, обсуждались как раз мониторинг земель, и я недавно приглашала своих клиентов на семинар по облачным сервисам, да, в том числе мониторинга, и столкнулась с такими ответами, что люди многие боятся цифровизации, как раз боятся контроля этого мониторинга, в том числе государством, ныне утечки информации. Как вы к этому относитесь, что вы думаете по этому поводу? А что скрывать вообще? Ну вот что-то скрывают, значит. Очень многие такое видели, поэтому для меня стало интересно. Скрыть можно урожай, который, ну, у нас как бы, мы привычны, мы работаем уже 20 лет, и мы все работаем по белому, у нас нет такой, ну, нас так воспитали. Старший, кто основал, воспитал, мы работаем по белому. Урожайность, вы знаете, есть момент, когда, допустим, вот в полях, вот поле есть, которое, допустим, отчетность по ЦСУ, да, не будем скрывать, наверное, кто с производственник знает, поля есть, допустим, есть, раньше были там пастбища, там или балки, сейчас это все высыхает, там кто-то, допустим, использует их как пашня, есть. Ну, контролирующие органы все равно занимаются этим, прокуратура, они не спят, надо правильно там где-нибудь наклонят и ведут порядок. По поводу урожайности у нас даже наоборот, мы в своем районе, у нас есть тоже хозяйства небольшие. Я вам скажу так, что, допустим, вот наше небольшое хозяйство, да, и в районе тоже есть такие средние хозяйства,
И они являются даже передовиками в районе по урожайности, по отдаче, по рентабельности, наверное. А вот большие холдинги, они немножко сзади. Вот. Нам нечего бояться. То есть мы наоборот показываем хорошие показатели, результаты. По поводу технологий, там, что применяем, да, может быть, ну, мы тоже открыты к этому диалогу, можем подсказать, рассказать, как бы здесь тоже никакой тайны нету. Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, друзья, будем двигаться дальше.